Окончательные итоги праймериз «Единой России» подвели в Хабаровском крае. Официальные результаты практически полностью совпали с предварительными. Итоги праймериз подвели представители регионального отделения «Единой России» в Хабаровском крае. Напомним, что ранее стали известны предварительные итоги. Данные обнародовал председатель Госдумы Сергей Совков. На заседании регионального оргкомитета по проведению праймериз огласили окончательные цифры. В Хабаровском одномандатном округе первые три места заняли Борис Гладких 53%, Юрий Березуцкий 51% и Борис Резник 21%. В Комсомольском одномандатном округе места распределились следующим образом. На первом месте Павел Семигин 35%, на втором Иван Скобрев 32%, на третьем Геннадий Мальцев 19%. Что касается общекраевого списка, здесь лидирует Борис Гладких 33%, Юрий Березуцкий более 33% и Иван Скобрев 28%. По результатам праймериз будет сформирован список кандидатов в депутаты от партии на выборы в Государственную Думу 7-го созыва.